27 вместо 18. Столь резкое повышение цен на проезд может и выгодно для бюджета города, но не для жителей. Чтобы разобраться с этим опросом, народные избранники решили пригласить на заседание комитета тех, кто чаще всего пользуется автобусами, представителей ветеранских движений, и выслушали их мнение. Где бы я что ни обсуждал, так и как и вы, тарифы будут повышены. Это мы проходили не раз, и не нужно играть в игрушки. Хотим мы, не хотим. Тарифы будут повышены. Ухудшает положение тех, кто получает действительно меньше, там, или чуть побольше 20 800. Но это подрывает авторитет нашей администрации, которая и так-то не имеет особого авторитета. Ветераны города напомнили присутствующим, что в этом году саровчан может ожидать и повышение тарифов на услуги ЖКХ. К тому же некоторые категории пенсионеров уже лишились части льгот. Повышение цен на проезд в автобусе может сильно ударить по кошелькам бабушек и дедушек. Чтобы этого не произошло, представители ветеранских организаций пришли к народным избранникам с конкретным предложением. Тарифы я даже не хочу обсуждать. Вы на Думе единогласно проголосуете, и нет вопроса. Администрация, что предложит, зато будете голосовать. Я ставлю вопрос еще раз о социальной защите нерабочих пенсионеров. Обеспечить при повышении тарифов всем нерабочим пенсионерам бесплатный проезд в городе. Увеличение тарифа на муниципальных маршрутах может повлечь за собой и рост стоимости у частных перевозчиков. И прежде чем говорить о повышении цен, следует обратить внимание на качество перевозок и пересмотреть маршрутную сеть МУП-Горавтотранса, считают ветераны. Ну, это 40 минут. От Москвы тоже. Не надписи, какой это автобус, Рочицкая, там сейчас вот говорят там на сайте, там есть все расписания. Ну что, с сайтом должен ходить, здесь смотреть. Ни на одной остановке ничего не написано. Безобразная организация. Там безобразие. Автобус ходит, как из грязи вылезли. Грязный. Обсуждение этого вопроса вновь решили продолжить и на следующее заседание пригласить представителей администрации и МУП Горавтотранса, чтобы получить у них ответы на все интересующие вопросы.